Вызвали представителей 5 медучреждений. В суде прошло заседание по делу смерти 9-летней девочки из Копейска. Ребенок скончался от отека мозга. Семья подала к медикам иск на 4 миллиона рублей. Родители погибшей уверены, если бы диагноз поставили правильно сразу, девочку можно было бы спасти. Как сообщили в Минздраве, после смерти ребенка во всех медучреждениях провели проверку. В результате была уволена главврач Копейской поликлиники. Но почему это было сделано, юрист Минздрава объяснить на заседании не смог. Напомним, 2 января умерла 9-летняя девочка. По словам родителей, с октября дочь лечили от ротавирусной инфекции, а потом от гастрита. А умерла дочь от опухоли и отека мозга. Когда приехала эта реанимация, я уже у водителя тоже узнал, что врач приехал только для консультации. И никуда никого они не привезут. Время смерти нам не говорят. Возможно, что на момент приезда реанимации она уже была не с нами. В последние дни декабря прошлого года взрослые сами заподозрили опухоль у ребенка и просили направление на МРТ, но им ответили, что аппарат сломан. Региональный Минздрав начал проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Но после завершения экспертизы расследование прекратили, так как прямой причинно-следственной связи между действиями медиков и гибелью ребенка не нашли. Пока родители добиваются справедливости и требуют компенсацию в 4 миллиона. Медики отстаивают свою правоту и говорят, что сделали все возможное.